Приветствую, друзья! Как вам недавно стало известно, я покидаю проект Сталкрафт и вместе с этим, соответственно, должность главного ведущего новостей. Чтобы пресечь все слухи и различные сомнения, сразу скажу, что принятое это решение мною было еще летом прошлого года и связано со вполне объективными причинами, а именно с грядущими экзаменами и всеми сопутствующими прелестями, что в принципе тяжело мною совмещалось все это время с производством новостей и еще тяжелее совмещалось бы дальше. Насколько бы для некоторых из вас данное событие не было печальным, Сталкрафт и его медиа-составляющая продолжают развиваться. Проработав в новостях более полугода, я собрал вокруг себя хорошую команду, в которую вошли Винтер-Солдат, на котором лежит создание красивых вставок, обложек для видео, а также сбор информации о квестах, РБ, который радует вас зарисовками на картах, Климбай, на котором держатся все заготовки карт для анимаций, а также Кент и Тыква, которые влились в наш коллектив недавно и являются рядовыми репортерами, помогая во многих направлениях. И все эти люди, объединившись с администрацией, скоро будут выпускать для вас не просто Сталкрафт, а Эксбо Ньюс, который вберет в себя огромный пласт информации со всех проектов. Теперь, перейдя от новостей к Сталкрафту в целом, хотелось бы поблагодарить Зива, который в далеком сентябре 2014-го дал мне возможность снимать летсплеи по Сталкрафту, тем самым предопределив мое продвижение вперед. И пусть своим каналом я не занимаюсь уже более полугода, за почти 2 года съемок он вобрал в себя своеобразный учебник по истории проекта, в который вошли эпохи закрытого и открытого бета-тестов и начала ПРТ, а также старый Сталвар и проект Генезис, которые давно канули в лету. И этот учебник сейчас стал настоящим архивом Сталкрафта. Оставив за собой своего рода след, я покидаю проект на достаточно долгое время и вполне вероятно навсегда. И хотел бы поблагодарить тех игроков, с которыми стартовал на ЗБТ и теперь уже не поддерживаю связи. И конечно же тех ребят, с которыми познакомился, находясь на лидерстве экологов, а именно Слендера, Хантера, Барсика, Кувалду и Визарда, которые смогли сохранить хотя бы 5-ю часть состава бывших экологов в нашем ламповом коллективе. Можно перечислить еще множество людей и событий, которые стоили потраченного на них времени, таких как мое пребывание в чистом небе на ЗБТ или в монолите на УБТ. Но это займет еще минут 10, а отнимать у вас столько времени в мои планы не входило. Посему еще раз желаю проекту и новостям в частности успешного развития. Ну а мне, к сожалению, пора. Удачи, друзья!